сейчас Константин Борисович Невзоров. Конечно, на протяжении многих лет художественным училищем приходится тяжело, да, переживать тяжело. Это очень сложная профессия. Это труд, ежедневный, ночной труд. Но хотела бы сказать таким людям, да, которые внесли в развитие училища. Я с огромной благодарностью, и я, и моя семья, эту благодарность выделяет самому музею, руководству музея, непосредственно тем людям, организаторам и исполнителям, которые эту чудесную выставку организовали. И особенно, конечно, хотелось отметить Елену Георгиевну Николаевну. Наряду с этим они воссоздают те утраченные технологии, которые, которые когда-то были, но по истечении какого-то времени утрачены, оказались. И вот они их воссоздают, они пытаются вот эти исконно традиции нашей русской земли как бы опять показать на поверхности. Так что всем вам спасибо большое за ваш труд и за наше с вами общение, за наши воспоминания, за наше с вами такое хорошее, я бы сказала, уникальное работу, любовь нашу с вами друг к другу. Мне очень приятно. И я рада, что думаю, что и вы сообщите нашей встречи нашим другим выпускникам, нашим знакомым, и они тоже посетят эту выставку. Училище, я его почему-то люблю все-таки училищем называть. Но это наш родной дом, он так и остался. Мы никуда не уехали надолго, мы всегда помним. И всех наших преподавателей помним. И всегда помним все те дни, когда мы проводили там. И нарочито грозный взгляд Юрия Алексеевича. Потому что надо держать ее в узде, даже надо немножко как-то настраивать на серьезную работу. А мы же все творческие, мы все максималисты, мы все у нас там не поймешь чего в голове, мы еще такие маленькие. Вот. Поэтому я всегда думаю, боже, какой вот ум должен был быть, какое терпение, чтобы и держать достойный коллектив преподавателей, и чтобы наш Шалопаев, ведь он... Я помню, что вот при нас, допустим, я не помню ни одного случая, чтобы он кого-то уволил, кого-то отчислил. Всегда давал возможность одуматься, прийти в себя, как-то ну, опомниться и все-таки остаться вот в стенах, как его, остаться студентом, остаться вот с преподавателями и, наконец, оценить все это, и, наконец, выйти хорошим выпускником. Вот всем давал этот шанс, но в крайнем случае отправить в академию. Проветрись. Хорошо. Да, ну вот многих помню. И еще вот Валентин все уже сказал. Я даже, наверное, уже все, что Валентин сказал, я тоже важен крепкий забор, который огораживает твое хозяйство и бережет его. Вот, поэтому Юрий Яковлевич, конечно, низкий поклон ему и память вечная, светлая. Знаете, студенты все его называли «папа Цыпин». Вот он так и остался для нас, второй папа. Я его папа так назвал. Вы так назвали? Конечно. Вот видите, а мы очень согласились. Это мой папа. А мы с этим очень согласились, и все ходили из АКПУ именно с этим словом. Папа Цыпин, у нас был второй папа, который нас... Потому что она умница. Спасибо. Ну, я старалась. Я думаю, Юрий Яковлевич порадовался. Да. Спасибо вам. Юрий Яковлевич вел историю у нас. И вот все воспоминания, что он как преподаватель, как
человек, организатор еще здесь. И главное, что мы все тогда строили. Строили общежитие, строили новый корпус училища. И вот эта судьба, когда я закончил в 65-м году, я поступил в Строгановку. И надо же было так случиться, по окончании Строгановки с Юрием встречаемся мы в электричке. Я говорю, ты где работаешь? Я говорю, давай пока, давай к нам. Я говорю, да у меня распределили куда-то в Александр, да я сделаю. И вот, представляете, судьба так сложилась, что я постоянно был как бы в поле зрения вот Юрия Ильича, от ученика до преподавателя. Я преподавал 10 лет здесь. И вот этот период, правильно сказали, что самый был расцвет педагогов, которые только-только все пришли, молодые, энергичные, с массой знаний. И которые... очень талантливые. И талантливые, да. И мы тогда сами творчески очень много работали, делали выставки. И это, конечно, помогало и студентам как-то ориентир взять более правильный. Ну, что говорить, Юрий Яковлевич, сегодня все сказали, самое главное. Это, конечно, заслуга. Еще не каждому в жизни удается вот так вот поднять, как говорится, и сделать очень крупным ведущим учебным заведением, так как это удалось Юрию Яковлевичу. Советское. И теперь, конечно, многое изменилось. Но мы часто вспоминаем именно то время, как это ни странно. Вот, как время, когда у нас, безусловно, были всевозможные ограничения, в том числе и религиозные. Вот это было, и сейчас мы это все хорошо понимаем. Но Юрий Яковлевич принадлежал поколению тех людей, которые смогли нас многому научить. И, конечно, можно говорить о нем как о хорошем администраторе, как о человеке, который сумел организовать работу и строительство, и вообще все, что касается создания Абрамского художественно-промышленного училища. И это все будет правдой. Но в моей памяти он остался человеком, который для меня вот является именно наставником. Наставником в том смысле, то, что он был человеком неравнодушным. Неравнодушным к судьбе любого студента. И, конечно, разные бывали ситуации. Мы были молодыми и возникали напряжения с администрацией и так далее. Но всегда находился выход. И Юрий Яковлевич всегда как-то поддерживал тех, кто хотел учиться. Он всегда вникал в ситуацию, которая создавала самые разные житейские точные ситуации. Которая с глубоким уважением относилась к Юрию Яковлевичу, вот они вместе там выезжали на... Поэтому плюс еще те годы учебы, 4 года, 76-й, 80-й год, конечно, тоже для меня это очень яркие, важные воспоминания в моей жизни. Вот и среди этих воспоминаний, конечно же, Юрий Яковлевич. И я повторюсь, сказав о том, что я счастлив, благодарю Богу, то, что в моей жизни был такой человек, настоящий наставник, наставник с большой. Спасибо. Выпускник пришел, я думаю, как это вообще возможно? Это возможно. Александр Афанасьевич Галатилов в воскресенье приезжал, это тоже было создано. Мы приходили в воскресенье, рисовали, лепили там. Вот. Да, без, они бесплатно. Тоже надо создать эту атмосферу. Это просто, я говорю, я хочу ХПУ. Два ХПУ, которые... Дальше, я никого не выставлю. Потому что дочь, думаю, я когда дочери моей
старшая дочь и младшая, они не хотели быть художниками. Не хотели быть художниками. Ни в коем случае. Потому что у них подружки были, у которых родители... Здесь надо учиться. Это то место, о котором я вообще не мечтал. Когда я узнал, что там есть мастерские, и по металлу все, я буду металлом, керамикой, я буду это, я потом уже спросил, это что это такое? Это... Я только потом, когда уже закончил, много лет прошло, чтобы эта атмосфера была, должен быть за этим стоять человек, который все это создал. Когда я учился, я был типичный представитель, противник, ну как бы, всей власти, и всех критиковал, и в том числе преподавателей. Только когда я закончил это училище, я понял величие вот Юрия Яковлевича, насколько он тонко, вот, тонко позволял быть нам вот этими, ну как бы, бунтарями на грани. Вот. Потом нас мы не понимали, как незаметно он нас защищал. Он защищал нас незаметно, что вот. То есть он уговаривал нежным голосом, за этим нежным голосом стояла такая великая мощь человека, который, ну, если бы дал Бог, это вот эта перестройка, если бы не перестройка, у него, наверное, здоровье схватило бы построить институт, потому что там поле было явно для этого. Потому что вот просто вот. И для лучших выпускников, я это потом уже узнал, было самой большой красной тряпочкой, если попадали два ученика, два выпускника КФУ и Строгановки. У нас мастерские нам позволяли то, чтобы мы, ну, легко тягаться, там, если заказ какой-то, еще что-то.